Мы поговорим сейчас о том, что из себя представляет антиутопия. Почему после утопии появляется антиутопия? Какие события в истории заставляют выдающихся писателей начала 20 века пересмотреть жанр антиутопии? Что они предлагают в качестве критики идеи и мечты о счастливом обществе? Возможно ли, в принципе, это счастливое общество? Или насилие, которое меняет естественный порядок вещей, берет верх? Как они видят будущее? Через тотальную слежку, через тотальное манипулирование сознанием, через просто изменение самой природы человека. Вот этот круг проблем и поднимает антиутопия в западной литературе.